хотели в США, но нас пустили. Виктория Боня с дочкой переехали в Лондон. 39-летняя Виктория Боня пожаловалась на то, что в Монако плохие условия для занятия конным спортом. Модель утверждает, что именно поэтому она вместе с 7-летней дочерью Анжелиной покинула страну миллиардеров. Бывшая участница «Дома-2» прожила на побережье Средиземного моря 6 лет. В Монако из Москвы ее увез 34-летний ирландский миллиардер Александр Смерфит, с которым звезда состояла в незарегистрированном браке. 2 года назад они расстались. А вчера Боня заинтриговала своих поклонников новостью о том, что вместе с дочерью решила переехать жить в другую страну. Сегодня модель рассекретила свое новое место жительства. Ну что, мои дорогие, вы готовы узнать, куда мы с дочкой переехали жить? Было множество вариантов, и минимум 90% из них не догадались. А некоторые умудрились даже поругаться в горячем споре о том, где мне предстоит жить. Но некоторые все-таки угадали. Итак, мы переехали в Лондон, сообщила в Инстаграм Виктория. Она призналась, что давно хотела перебраться в столицу Великобритании. По мнению модели, для нее это шаг вперед. Она обосновалась в мегаполисе с большими возможностями развития и самореализации. И, главное, именно здесь я смогу организовать дочери серьезные занятия конным спортом, о чем она так мечтает. В Монако, к сожалению, это невозможно на должном уровне. Я думаю, нам пора двигаться дальше. Хотя, не исключаю возможность, что мы туда еще вернемся, но в очень глубокой старости, высказала мнение Боня. Виктория пояснила, что держала в секрете свой переезд, поскольку ждала подтверждения от школы Анжелины. Модель добавила, что у нее много времени и сил ушло на подготовку документов, поиски жилья, а также хороших школ гимнастики и конного спорта для дочери. Для Бони важно, что все не находится в одном районе. Один из пользователей поинтересовался у телезвезды, рассматривала ли она США для переезда. В США хотели, но Алекс не отпустил нас так далеко. Только в Лондон, ответила Виктория. Она показала в Instagram Stories свое жилье в Лондоне. В доме есть бассейн и джакузи. В середине июля Боня по своей вине попала в неприятную ситуацию. Модель приехала в аэропорт, чтобы вылететь в Лондон. Однако за 10 минут до вылета Виктория спохватилась, что забыла дома паспорт и британскую визу. После этого она пожаловалась на обдираловку во Франции. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите комментарии под видео. У нас на канале вы найдете много интересных видео. Впереди еще много интересного. Подписывайтесь на нашу группу ВК. Благодарим, что вы с нами.